Всем доброе утро. Сегодня 19 августа. Мы с Олей Лукашенко. Вот сзади меня идет. Героическое. Совершаем героическое восхождение. Из лагеря в лагерь. Бизинги. На пик Саратова, единичка Б. И на пик Архимеда. Двойка А. Вышли из лагеря в 5 утра. Посмотрим, во сколько вернемся. Подошли к хижине Укюкош. Час 36 от лагеря. Почти спортсмен. Почти спортсмены, да. Дальше пойдем. Вон на пик Саратова. Вот видите, тут даже уже нарисовали стрелочки. Как ходить. Стрелки, да? Уменьшительно. Ласкательно сказали. Гидам нельзя с клиентами разговаривать. Мы пришли на пик Саратова. Ура! Бывает, что такое. 2:45 из лагеря. Теплый угол. Группа новичков поднимается. Озеро. Гукова на 1Б. Пик моей альпинистской карьеры. Спасибо тебе, Лова, за инструкторство. Пиши. Ура. Больше ходить нечего. Слезли вот с ножа. Вот мой момент арбуза. Ездит без страховки. По-взрослому. Так. После таких фраз непонятно, чего ожидать. Светель правее, уходи, да? Туда правее, ага. Простор! Ура! Свобода. 4:10. Вершина Архимеда. Вот перед нами Думала. Дальше идет Улаус. Северная стена. 22 веревки льда. Вот непонятно, это все-таки сколько там лед? Вот эта вот первая часть. Да вон, видишь уже. Да вон лед уже везде. Ну то есть он сейчас ходибельный как раз. Да. Ну он по снегу лучше ходибельный, когда корочка есть, ага. Вырыл, закрутил. А тут приходит та вот в той средней части, прямо аж так. И верхней, крутенько. Не, ну отсюда, конечно, смотрится массивно, а сбоку. Вот, зашли мы сегодня на две горы. Пик Юрия Сергеевича Саратова и пик Великого Архимеда. За 4:24 Не обязательно из лагеря. Правду было говорить, можно было чуть-чуть скрасить. Возвращаемся в лагерь. Ольга лидирует. Сложное лазание. Идет снег, сильный ветер, но ей все равно, потому что она обладатель стального ангела. Пойду попытаюсь за ней пролезть. Проходим нож Архимеда. Видите, как обычно, право пропасть и влево пропасть. Надо идти
на равновесии. Ключевой участок маршрута проходим лазанием. Страшно. Ну что, подведем итоги нашего дня. Две вершины: пик Саратова, единичка Б, и пик Архимеда, двойка Б. Из лагеря в лагерь за 8 часов налегке, без веревки. День удался. Всем удачи в горах.